Рекомендую, ребята, вам подписаться на канал Калямба ТВ. Ребят, на этом канале выходит просто множество видео по танкам онлайн, и в день выходит по 3-4 видосика. Также очень часто проходят стримы, и на этом канале вы однозначно не заскучаете. В общем-то, если вы им заинтересовались и хотите на него подписаться, сделать вы это можете по ссылке в описании, либо кликайте на аннотацию. Ну а я вам желаю приятного просмотра моего видоса. Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов? Тогда ставь лайк под это видео, подпишись на канал и напиши свой ник в комментариях. Также не забудь нажать на шестеренку и поставить галочку, чтобы получать уведомления о новых видео. Более подробная информация в описании. Так, всем привет, ребята! С вами опять Нагибатор ТО228. И сегодня мы будем паркурить, ребят. Короче, будем паркурить, и, ну, у меня еще нету про абонемента, чтобы создавать паркуры, поэтому я сейчас создам обычную, ребята, карту, ну, я даже не знаю, какую создать. Сейчас я посмотрю, на какую тут можно создать. Блин, давайте на L. Вот, давайте на NavL. Вот, создадим карту. Так, все, запускаем. И заходим туда. И, ребята, я вам сейчас просто такой паркур покажу. Вы все офигеете. И опять будете хотеть паркурить, как Нагибатор 228. Это все прям тема получится такая. Так, сейчас. Мы уже грузимся. Ну давай, грузися. Грузися, давай. Ой-ой-ой-ой. А у меня лагать, наверное, будет. Давайте все подключаем, чтобы, ребята, у меня не лагало. Потому что, ну, и так играть вообще будет нереально. Вот. Вот, а вот сейчас уже хорошо. Вот, сейчас, ребята, хорошо уже играется. Вот, и я хотел залезть сюда наверх. На вот эту. Сейчас я вам покажу, ребята, короче, как на настоящие нагибаторы 228 паркурят. Я хотел залезть вот сюда, вот. Вот на вот эту вот крышу. Я посмотрел одно видео, как там, ну, один нубас вообще паркурил. И я там могу получше. И сейчас я попробую. Там сейчас вот так, короче, нужно было заезжать. Ай-яй-яй! Ну что ты падаешь? Ой-ой-ой! А что это я сделал? Нажав или включи. А! Делет! Жмем делет, ребята! Так, вот, делет мы нажали, и сейчас нам главное, опять же, залезть на этот домик. Но чтобы нам залезть на этот домик, я даже не знаю, нам брать эту, как его, эту, нитру. Ну, сейчас я попробую без нитры туда залезть. Но мне кажется, это у меня должно получиться, потому что... Да ты падла такая, что меня тут не пропускает? Это там же этот нубас на видосе вообще это легко сделал. Я нагибатор... Да что это такое? Почему я не могу тут заехать? Я не понимаю, что вообще происходит с этим миром не так. Так, ой, ой-ой-ой, я почти залез. Ребята, видели? Видели, как я залез? Так, все, едем опять. Мне кажется, сейчас по-любому должно получиться. Давайте возьмем еще вот этот ящичек. Мне кажется, он тоже должен мне помочь залезть. Это у нас броня. Так, ай-яй-яй-яй-яй! Я опять почти залез! Вы, ребята, видели? Это просто офигеть! Я такой паркурист! Это вообще жесть полная! Так, ладно. Давайте опять залазим. Опять меня кто-то там не пропускает. Вы, ребята, видели? Видели, как я сейчас залез? Это просто офигеть. Так, ладно, давайте еще попробуем две или... Ну, я не знаю, сколько попыток сделать. Ой-ой-ой, еще меня так далеко респит. Это же... Ну, это прям вообще не тема. Так, ребята, сейчас я вам еще одну фишку покажу. Знаете, просто офигенная есть фишка. Так, у меня есть... у меня была тут нарка. Где у меня нарка? Так, у меня тут где-то нитра есть. Вот. Я, ребят, смотрите, я включил нитру. И смотрите, я вам сейчас что покажу. Видите, просто берем вот так и перелетаем. Вы видели? Видели, вот так вы можете? Это только так нагибатор 228 может. Где? Вот, возьмем еще одну в эту нитру. Там еще одна нитра есть. Все, поехали туда.
Поехали, ребята, опять же, с Нитрой. И сейчас будем пытаться на эту крышу залезть. Мне кажется, мы по-любому должны туда залезть. Ну, потому что должны туда залезть. Потому что я видел. Я же нагибатор 228. Я туда должен залезть, ребята. Ну, я почти залез. Ну, вы сами видели. Как это так вообще происходит? Вот. И, эй, кто зашел сюда? Он сейчас меня бить будет и мешать мне. Ну, я-то нагибатор 228, если что, я разберусь с ним вообще просто, вообще прям круто разберусь. Нет, да кого? Офигеть, как я так переворачиваюсь? Я же видел, как тот нуб просто взял, залез туда и все. Это, ну, это просто, ребята, жесть какая-то. Так, ладно, ребят, давайте я сейчас поставлю на паузу, вот, кое-что там сделаю, там, ну, сейчас на улицу, ну, нужно выйти, пойду еще попью заодно, вот, приду и с вами продолжим. Все, ставлю, ребят, на паузу. Как это тут оно залез-то, а? Сейчас мы залезем, просто офигеют. Сейчас мы, короче, туда залезу, а потом я скажу, что я туда сам залез. Просто запись не включил. Так. Так. Ой. Качать. Читы. Для. Танкова. Он. Лайн. Так. Ну, где нам скачать читы для танков онлайн? Что здесь? Ну, мне не нужны читы. Мне нужны читы для паркура. Танков онлайн. Для паркура. О! Скачать. Читы для танков онлайн для паркура. Читы на прыжок. Давайте картинки, может, посмотрим. Читы для танков онлайн. А где эти читы-то для танков онлайн? Где? Ого, это что такое? Ого, у него... Я тоже себе такую игрушку хочу. Так, надо как-то это все эти беспалевно скачать, чтобы не увидели никто. И это все потом нужно нам делать. Ну вот, он же залез сюда, по-любому один залез с читами. Так, ну и где читы у нас тут? Где читы-то? Читы для танков онлайн. Нету читов. Так, ладно, все, продолжаем. Это закроем мы. Так, включаем запись. Так, ну что ж, ребята, мы продолжили. Я сходил там по делам. И теперь мы опять попробуем туда запаркурить. И мне кажется, у нас это все должно прям вообще получиться. Так, вот так вот едем. И вот сейчас просто будет, я не знаю, что будет, но я должен туда залезть. Вот, хотел я там, ребята, это еще там, ну, попить там не получилось у меня немножко. Так, о, здесь еще и это, нитра есть. Так, нам нужно сюда залезть. Нам нужно сюда залезть. Ну давай. А почему он не едет-то дальше? Ай-яй-яй-яй. Он у меня не хочет ехать. Какого фига он не едет у меня? Я же почти туда залез. О, он тоже хочет туда залезать. Я понял, он тоже хочет туда залезать. Он вышел. А какого фига я 4 раза умер? Так, все, теперь мне по-любому никто не будет мешать, и мне можно ехать вообще свободно. Ой, он опять зашел. Так. А, я там еще видел, как этот, ну, бас, короче, брал и с этой, сразу с разгона туда залетал. Так, сейчас мы тоже это попробуем все сделать с разгона. Так, сейчас мы это все... Воу! Вы видели? Вы видели просто, как нагибатор ТО-228 взлетел? Это офигеть! А как так у меня получилось? Я еще так хочу. Давайте еще раз так попробуем. Я также хочу туда залететь. Ай, ай-яй-яй, лаги! Лаги, блин, лагает у меня все.
Ой, боже мой, как это все у меня так не получается нехорошо. Давайте, может, попробуем опять с нетрушкой залететь туда. Так, ай, да не получается у меня. Я, короче, не знаю, как это сделать. Ну, давайте, ребят, на этом закончим, потому что у меня и так были прям офигенные полеты. Я там, ну, прям, они по-любому должны вам понравиться. Вот, если это так, короче, ребята, опять же, ставьте лайк на Нагибатор Dota 8 ТО. Также не забываем и это, ну, там внизу, короче, есть кнопка подписаться. Вот на нее тоже обязательно, ребят, нажимаем. Всем пока!